Привет, прогрессивные друзья! Это истинный исследователь. Обзор радиатора отопления. Биметаллический, Elsa Therm. Белый цвет. Хотя белый цвет, оказывается, бывает разных оттенков. Тоже следите за этим. Сероватый, голубоватый. Там обозначается RAL-ом. И они очень похожие они получились, но это просто не пригодился. Вот этот 6 секций, вполне качественная вещь сделана в Китае. Ну, придраться я ни к чему не могу. Давайте посмотрим. Вот видите, трубка стальная вставлена в алюминий. Это считается, что он не полностью стальной, как бы не полноценный. Полностью был биметаллический, должен быть сталь, где вода сверху и снизу в коллекторах проходит и в трубках проходит. Потому что есть такие данные, что при высокой кислотности может разъесть алюминиевый сплав. Поэтому применяют вот такие стальные. Хотя может быть и стальной при высокой кислотности может разъесть. Я у себя померил, нормальная кислотность там около 7-8. Поэтому без разницы, что ставить. Здесь трубка сбоку, видите, она тонкая такая. Мне не очень нравится, потому что, мне кажется, маленькая эффективность, вода меньше проходит. По меньшему диаметру меньше воды проходит, значит, меньше тепла отдает. А радиатор отопления никогда тепла лишнего не бывает. Обозначений никаких нету, но это продается в сети Elsa. Поэтому гарантию они давали, что-то около 5 лет, по-моему. Мне кажется, он вполне надежный. Здесь клеймо, как я понимаю, это год производства, наверное, 10-й год, 2010-й. И здесь R221, это, я думаю, марка либо модель его, либо сплава. Нигде краска не облетела. Качественное покрытие. Внутри тоже все по виду более-менее качественно сделано. Он тяжелый, так как китайцы на дурацких радиаторах экономят. Этот 11 килограмм, 6 секций. 11 килограмм и 400 грамм на весах я взвесил. По-моему, столько он весит. Здесь все аккуратненько сделано. Но он не пригодился мне. Так что куда-нибудь подеваю его. И напоследок хотел вам показать. Все ровненько здесь вылито. Здесь все промежутки ровненькие. Хороший радиатор. Оцениваю его на четверочку, пятерочку. Единственное, может быть, что вот коллекторы не полностью стальные. Если он биметаллический, кому-то нужно, чтобы внутри была одна сталь, но внутри не одна сталь. Но вполне качественная вещь. Если это не нужно учитывать, тогда можно и на пятерочку его оценить. Всем спасибо, пока. Это был обзор Elsa Therm биметаллического радиатора. Я истинный исследователь. Вам всегда рассказываю полезную информацию, спасаю мир. Слава мне!